В Алматы политические партии прошли жеребьевку перед телевизионными дебатами. На площадке встретятся кандидаты в депутаты городского маслихата. По итогам жеребьевки первым выступит представитель от партии «Аул», вторым – «Адал», «Акжол» идет третьим, Народная партия Казахстана – четвертой, и пятым выступит кандидат от партии «Нуротан». Теледебаты состоятся завтра, 24 декабря, в 8 часов вечера в прямом эфире телеканала «Алматы». Понятно, что нужна очередность, и регламент подразумевает предварительную жеребьевку для того, чтобы на дебатах партии могли уже знать, кто за кем выступает. Данная процедура жеребьевки никаким образом на теледебаты влиять не может, поскольку вытягивание номеров происходило в тайном режиме, и никто не мог знать, какой номер ему выпадет. Дебаты будут состоять из трех туров. В первом раунде кандидаты будут рассказывать избирателям про основные направления своей предвыборной программы. Во втором будут подниматься вопросы социально-экономического развития города. А третий раунд завершится обращением к избирателям.